Первое заседание Касимовской городской думы 7-го созыва прошло 27 сентября в зале физкультурно-спортивного комплекса «Лидер». Из 20 избранных по смешанной системе депутатов на отчетное мероприятие пришло 19. Ольга Шибаева по объективным причинам отсутствовала. До начала мероприятия избранники общались, шутили, делились планами на будущее. Началось заседание с вручения удостоверений депутатов Касимовской городской думы. Сучков Александр Владимирович. В городской думе вновь большинство депутатов представляют партию «Единая Россия» – 16 из 20. Два депутата представляют КПРФ, по одному «Справедливую Россию» и ЛДПР. Предшествовала первому заседанию Касимовской городской думы конференция правящей партии. На ней 32 делегата, в числе которых были и высокопоставленные единороссы из областного центра, абсолютным большинством голосов от партии «Единая Россия» на пост главы муниципального образования городской округ город Касимов выдвинули Галину Абрамову. Галина Ивановна очень достойная. Мы разбирали, наша конференция партийная рекомендовала Галину Ивановну, потому что очень уважаемый здесь человек в Касимове. Вот. И на фракции было решено единогласно ее поддержать, ну и за исключением одного воздержавшегося, который решил выдвинуть свою кандидатуру, нарушив дисциплину фракционную. Нарушившим фракционную дисциплину и выдвинувшим свою кандидатуру на пост главы стал Григорий Данилов. Таким образом, 19 присутствующим народным избранникам необходимо было выбрать главу города из двух кандидатур, большинством от общего числа депутатов. Простым языком, победителю необходимо было набрать 11 голосов. По регламенту заседания депутаты делали свой выбор тайным голосованием. Первый круг выявил лидера, им стала Галина Абрамова. Во втором туре в бюллетене осталась только ее кандидатура. Депутатам предстояло либо поддержать ее, либо отклонить. Число бюллетеней, обнаруженных в ящике при голосовании, 19. Число действительных бюллетеней 19. Число недействительных 0. Результаты голосования: Абрамова Галина Ивановна за 15, против 4. Первое заседание Касимовской городской думы по традиции возглавляет опытнейший депутат нового созыва. Им стал Александр Щербаков, которому и было поручено надеть вновь избранному главе церемониальную цепь. Я не военный человек, но служу Отечеству. Отметим, что главой города впервые стала женщина. На этом посту Галина Абрамова сменила Федора Провоторова. Все депутаты, которые заняли депутатские мандаты, очень достойные, все люди опытные, состоявшиеся. Поэтому решать проблемы, которые предстоят городу Касиму, есть кому. Новоиспеченная глава города держалась абсолютно спокойно, как и подавает человеку, занимающему столь высокий пост. Результат голосования показал абсолютную поддержку со стороны народных избранников новому главе. Сегодня для меня очень важный, ответственный день в жизни. Сегодня я принимаю очень большую ответственность, потому что испытываю, что я теперь отвечаю не только за благополучие своего коллектива, но и за благополучие жителей всего города Касимова. Я подкреплена их надеждой, я подкреплена их доверием, и поэтому приложу все свои силы, приложу все свои знания, опыт, усердие, трудолюбие и энергию на благо процветания города Касимова. Глава муниципального образования городской округ город Касимов выбран. Им стала Галина Ивановна Абрамова. Ну а кто станет главой администрации города, узнаем совсем скоро. Конкурс на эту должность будет объявлен в октябре и будет опубликован на сайте городской администрации.